И всем привет! И в этом видео я покажу, что добавили нового в этом обновлении в Слабатлс. Поехали! Ну и начнем с новой перчатки. Новая перчатка называется Пари. У нее 52 мощи, 17 скорость атаки и есть обилка под названием Пари. И стоит она всего лишь 28 тысяч слапов. Вот так вот выглядит новая перчатка. Обилка перчатки Пари чем-то похожа на обилку перчатки Уна, только у нее перезарядка в 1-2 секунды. Также если вы видите, что вас кто-то атакует, то нужно в тайминг изнуть обилку, чтобы враг застанился на 2-3 секунды. Так, в то время, когда враг застанен, его можно спокойно бить. В перчатке Пари есть вторая обилка. Если во время полета используете обилку, то вы сделаете рывок. Перезарядка рывка примерно как у перчатки Default. Также перчатку Gravity бафнули. Чем ближе вы подходите к человеку, который использовал Gravity, тем сильнее вы замедляетесь. Также я вас могу обрадовать, то, что в следующем обновлении будет новая УГК, уже третья. Ну, на этом у меня видео заканчивается. Вот такое обновление. Можете написать комментарий, какое обновление, хорошее или плохое. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.